Всем привет! И у нас игрушка под названием пневмокапсула. Чисто мне на эту игрушку прислали ключик. Очень приятно, мне впервые присылают ключик. Разработчик написал, что она по типу Inside платформер. Я-то посмотрела. Ну, в нее надо играть и смотреть. Она вроде бы как на пару, на один вечер там. Посмотрим, что она себе представляет. Настройки, вот все, что здесь есть, как бы все. Как бы больше ничего и нету. Так, я сейчас попробую с геймпада. Ну, если что, переключусь на клаву и мышь. Давайте. Новая игра. Музыка прикольная, кстати, была. Все? Ага. Мне вот так надо? Используйте клавишу направления, чтобы двигаться. Долго удерживайте пробел, огонь. Чтобы переключать механизм и shift ускорения. Ага. Ну это он меня... Ага. А это огонь. Ага. Понятно, что ничего не понятно. О, что я сделала? Я что-то сделала, но я не поняла, что я сделала. И, видите, направила каким-то образом. Так, значит, здесь просто ездить по рельсам. Это вроде бы наши разработчики, кстати. Движок был Unity. Я, кстати, увидела, так это что... Так, матрешка. А где переключать-то? Ну, я сейчас упаду. Я ж говорю, упаду. Приплыли, блин. Может, вот тут? О! Что это такое? О, это я куда-то наверх поехала? Подожди. Значит, возле вот этих вот штук нужно постоять, и он что-то нам включит. Во. Смотрите, видите? А! Блин. Дорожка. А, подожди, сохранилось? Как это так? Там... Так, это я опустила. Ну, что за фигня? И теперь оно не поднимается. О. Так, ну здесь вниз упасть же можно. Давайте опять переключим. Ну и чё это? Немножко странное. Ну чё? Почему именно так? Так, вот смотрите. Ага. Так, вот. Вот оно как. Значит, нам надо себе проход делать. Насколько она коротенькая? Вроде бы мне писали, что она что-то в районе часа. Сережа, отправь это Галине Ивановне. Это сетчатый городок. Сетчатый городок. Южный округ. Вечерний рабочий выпуск. Ой, блин. Извините. Да что такое? Как бы здесь не работает. Не работает. Увидите? Меня шандарахает сразу. Ой. А, это чё, код? А
Отправь это Галине Ивановне мне. Какие цифры, блин? Сетчатый городок, Южный округ. Сегодня в номере. А! С левой стороны не вижу. Тетя Галя, тетя Надя, Галина Ивановна. 20. У меня 4 цифры. Ага. 20. Ой. Так, это загадочка. Ольга Молоко, тетя Галя, пропускное бюро, Южный округ. А, Зинаида Игоревна, Олег Петрович. База. Галина Ивановна. Почему черные? Отправить. 20. Ага. Это можно было поближе. Во! Сетчатый городок, страница 5. 20, страница 5, Южный округ. Так, Южный округ. 5, 5, 5, 20. Господи. 5, 5, 20. Я правда не знаю. 20. О, на тебе. Так, хорошо. Это пока немножко в управлении. Я туплю. Так, мы проход открыли. Это уже хорошо. Так, это что-то новенькое. А игра, кстати, прикольно выглядит. Угу. Нет, не тут. Но. Поехали. Необычно. Такая, знаете, чисто покататься. Ну, это опять не там. Я тут свалюсь, нет? Так, это что? Это загадка. Какая-то опять очередная что? Что это? Отправить письмо? Ага, тупик. Как бы и чё, и всё. Не активируется она. А, во. То есть, по сути, здесь в управлении как бы вперед, назад активировать механизм. Так, мы какую-то финтифлюшку запустили зачем-то. Что он нам дает, я не знаю. А, и... Здесь как бы все. Mm-hmm.
Подожди. Не уезжай, блин, капсула. Ну? О! А, мы запустили фонари. Во! Питание. Нет данных с датчиков. Отчет отправлен. Так, нам нужно какие-то данные за фигню. А я туда никак не попаду? Да что ж такое-то? Нет? Наверное, мне что-то еще надо запустить. Так ведь? Уж я что-то и не запустила. Он поезда катается. А, играю с геймпада, ребят. Катаюсь с геймпада. Что это? О! А это активируется? Раз я то активировала. Нет. А вот эта штука? Вот. И... А! Блин! Я упала. Че по новой? Ой, слушайте, оно сохраняется. И оно активировано. Я хочу последнюю активировать. Поехали. Да, поехали, говорю. А вот это вот... А я... А! Блин, это все издержки геймпада. Я переехала. Ой. Кстати, домик прикольный вот справа. Смотрю. Ну, хоть и говорят, что она на час, но с моими... со своей игрой я могу все на две серии это растянуть. Нет, нет. Ну? Нет, не реагирует. И вот эта штука не реагирует. Ладно, возвращаемся туда. Что у нас там включилось? Только один индикатор, кстати, работает почему-то. Нет данных с датчиков. Ой. Список абонентов системы. Округ 9. Телефон учреждений и предприятий. 1974. Как выйти отсюда? Ай. Питание. О. Замер произведен. А, замен произведен, замер произведен. Может, там тоже что-то потыкать? Тут тоже кнопочки есть. Смотрите. Отправить отчет.
И там наверху кнопочки. Как к ним попасть? Тут опять код. Никак. Ой. Отправить. О. Не готов отсчет. Вот. Подключен, подключен. А наверх я не могу? Отчет отправлен. Вот. Так, хорошо, отчет какой-то. Какой там код? Ламповые телефоны. О. Питание. Южный традиционный отчет. Кстати, а какой там телефон был? Телефон отчета вот тут был, по-моему. 1974. Нет, это не то. А вот, традиционная служба отчета 7934. Видите, все время на ту кнопку жму. 7934. Такая на загадочке игрушка получается. Ну, ничего, прикольно. Я такое люблю, в принципе. 7-9, да? 3-4-7-9-3-4. Нет? Ой, 7-8 написал. Ой! Что я сделал? О! О, слушайте, нам открыли проход. Поехали отсюда. Давай погнали. Так, вот здесь надо нам менять. Нет, слишком далеко. Вот. Все, поехали. Нам проход открыли. Слушайте, закрыли сразу. Ой, очередная загадочка. Смотрите, с шариками что-то. Ух ты! Домики. Вау. Так, едем сюда. Необычная игрушка. Во. Ой. Если я не увижу, так свалишь куда-нибудь. Музычка. А! Блин. Поспешишь, людей не смешишь. Блин, по новой. Эх. Опять. Печалька. По новой все это проходить. Ту-ту-ру, ту-ту-ру, ту-ру-ту.
Так. Подождите, я там свалилась. Что такое? Подождите, а как мне туда? Там как бы тупик. Да блин. Там дырка, я падаю. Там дырка, я падаю. А здесь я проеду в кольце. Я правда не уверена в этом. Во, вот тут вот дырочка. Туда меня не пускает, да? Меня туда не пускает. И чё, вон там дырка, я падаю. И что? А, слушайте, слушайте, слушайте. А вот эту штуку можно вырубить? Вот эту вот. О! Вот в чем дело-то было. В принципе, ничего такого сложного нету. Главное, надо додуматься, что делать. Не доехала. О. Ну и порой, ну не видишь, вот я там... упала. А там вот... Так, подождите, а это куда? Ага. То есть, а мне туда надо будет. Забавно, как мне туда попасть. Это все очень миленько. Лабиринт придумали тут. О! Тут какая-то красная дребедень, надо ее тоже что ли отрубить. Что я отключу? А как мне попасть туда? Здесь дырка, я свалюсь. Так что возвращаемся назад. Ой, да ладно, баганула. Вы серьезно? Я застряла. Вот это, блин, это нехорошо. Капец. Новая глава, выбор главы. Лабиринт. Это, блин, обидно было, знаете что? Хочу сказать. А как мне... О! Вот где это выключается-то. Так, мы сейчас сразу сделаем это. Ой, я забыла. Я вот тут забыла выключить. Так, выключаем. Пожалуйста, не застревай, капсула наша. И все будет прекрасно. Вот так вот. Вот что мне надо было сделать. Да блин. Свалиться боюсь.
Так, мы его отключили, и теперь все будет окей. Вот. Не едь туда. Ага, вниз поехали. Красную отрубать надо. Судя по всему. Подождите, а здесь... О! Теперь вот эту отрубим. На всякий случай. Блин, заставили покататься. Ага, спасибо. А, работает. Работает. Во, перестал работать. Смотрите, как все замечательно. Все кругали отрубили и вообще шикардос. Во, мы прошли! Ура! Зеленый свет. Все, поехали. Все, не пускают. Давай. Это что-то новенькое, да? Еще одна загадочка. Ого. А здесь что-то крутить надо. А. Так, мышка. Чё за фигня? Чё-то не горит. Во. Так, мы чё-то тут активировали. По идее. Чё это такое? Куда провод уходит? Мне понять бы, куда провод уходит. Если честно. Там закрытый. Ремонт ключей, фонарей. Забавно. Нет, не курычит. Ничего не происходит. Вот смотрите, вот тут типа стоит вот. А, что он не мигает? Не мигает. Странно. Чё, она поменялась? Это очень странно. Сейчас она не мигает. О! А мне нужно было, чтобы она горела или нет? Она мне не горела же. Я думала, она должна была гореть. Это странно. Так, что это новенькое приехало? Телеграмма. Ой. Некоторые баги имеются в игре. Так, доклад. А что отправлять? 8192? Надо. Я про один 8-1.
9. Нет. Не сработало. Смотреть, смотритель по южной. Так, с супругой обсуждали возможность самовольного построения радиоприемника. Белинского, 30 июня, Тихомирье, попросил личным письмом у инженера-механика Горина колбы, пневмокапсулу и дождевых червей. Какой код-то, блин. Вообще. По-южному. А где номера мне взять? Так. Можно опять к этой штуке? Ой. О, спецслужба. Во. Вот она, спецсвязь. Вот. Управление докладами по южной. 4509. Вот оно. Вот оно. 4. Да ш... На этом же месте лагает. 4509, да, у нас было? Так, 4-5. 4-5. 0-9. А! Ты чё, дурак? 0. Я сказала 0-9. Всё, отправили. Ага. Нас пустили на новую локацию. Кайф. Ну-ка. Поехали. Что нас там дальше ждет? А вот это вот все в игре. Вот смотрите, там домик, тут домик. Мы сейчас все куда-то едем. Вот. Нормальная игра. Не особо-то. О-о-о-о. Колледж воздухоплавание, государственный диплом, Посейдон. Ага. Фига здесь. Так, что здесь написано? Так, телеграмма механической почты. Я, Семён, буквально прошу о принятии моего сына. Возраст 14 лет, у младшего юнкера флота, корпус Стивенсон. Куда? Флота химиконского корпуса. Химиконский корпус. Ага. Косметика. Больше. Во, химиконск срочного воздуха. Это оно, да? 8882. Правильно? Вот. Давайте попробуем. 88882. Прям как 3 пятёрки. Правильно. Быстренько. В принципе, я говорю, все достаточно просто. Надо быть более внимательным, а не как я. Так, чисто такой платформер. Прикольно. Она такая не напряжная. Ребят, давайте мы на этом закончим. В следующей серии продолжим. У меня будет не одна серия, а две, наверное, выйдет в этой игре. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
И всем пока-пока.